Всем привет, друзья! Вы на канале Экспервит. Меня зовут Виталий, и я продолжаю играть в фраг про шутеры. У нас, друзья, вышел ивент испытания сила фраг за Изуна, в который, ребят, будет зависеть от того, сколько мы соберем синергии. Чем больше соберем синергии, тем больше будет шансов заполучить ее силу фраг. Не знаю, ребят, будет тоже баганный ивент или же нет, но если честно, я уже готовлюсь к багам, я уже готовлюсь к тому, что синергии будет мало. Но, ребят, соберем сколько соберем, и самое главное не тупить, потому что когда за Сани был ивент, я насобирал больше тысячи этих вот всяких красителей, и я тупо забыл, и ничего не покрутил, ивент прошел, и вторая сила фраг просто на Сани слетела. Надеюсь, из Уни такого не получится. С вас, ребят, обязательно лайк, обязательно подписываемся на мой канал, кто еще до сих пор не подписан, и пишем свой клевый комментарий. И не забываем, ребят, вводить мой код создателя Экспервит. Ребят, говорю сразу, если вдруг я буду видеть, что я собираю мало синергии, то я, по сути, буду стараться проигрывать или как-то, я не знаю, что-то делать, чтобы эта катка не засчиталась. Потому что, ну блин, лучше сразу уже собирать много, зачем мне всякая фигня. О, я не застрял, хорошо, блин, как приятно, когда ты не застреешь, и вроде можно даже что-то сделать. А, здесь и АО есть. О, да, ребят, вынес как раз то, что надо, по сути, можно сказать. Ого, ого. Ого, тут есть АО, отлично. Так вот, почему синергия сейчас, ребят, работает, да? Слушайте, а неплохо. Очень даже неплохо. Кстати, а синергия будет действовать только если мы убиваем именно за этих персонажей или же и за других, потому что в Сани можно было убивать только за Сани. Ай, блин, я не туда запустил. Опа-ти-па-тю-па-пум. Ладно, хорошо. Пока я собираю полную хрень, мне не нравится. Очень и очень мало. Запускай. Так, убил. Можно собрать синергию. Слушайте, но очень большая локация для сбора синергии, если честно, как по мне. Мне вообще желательно. Та, стой, меньше стреляй. Меньше, потому что я хочу запустить ее умение. Так, теперь переключаемся на Изуна. Базу, ребят, я вообще не собираюсь здесь трогать абсолютно, потому что она мне здесь не нужна. Здесь надо, ребят, убивать персонажей. А никак не базу! Собрал. Аптека. Я не понимаю тех людей, которые стараются уничтожать базы в данных ивентах ради какой-то победы. Здесь не нужна победа по очкам или что-то в этом роде. Здесь главное собрать синергию. Есть люди, просто которые этого почему-то не понимают. Так, что-то я сделал вроде бы. Так, этого чувачка тоже сейчас развалим. И тебя мы тоже будем разваливать. Извини, подруга, но у меня есть свой друг. И это не ты. Ну какого хрена кто-то ко мне там приперся, а? Все, уже не приперлись, ушли. Не надо атаковать базу, блин. Короче, ребят, что-то мне подсказывает, что здесь много не насобираешь. Слишком большая карта, много возни. Давай, давай, собери. Блин, вообще фигово. Сколько там? Ну фигню какую-то насобирал. Не, я хочу проиграть, я хочу проиграть здесь. Меня там бьет. Так, где я нахожусь? Я понял. Спускаемся. Блин, на новой локации сложно собирать нормальное количество синергии. Мне кажется, здесь мы просто будем только тратить, наверное, свое время. Хотя там сколько? На первой, по-моему, 2, со скольки, с 9 начинается, да? В принципе, там не так уж и много надо насобирать синергии. Но за АО, наверное, будет, как и со второй силой, фраг. Так, ну что-то вроде как бы собирай. О, я не туда стал, убивай, 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 блин. Слушайте, я еще и выиграю. Не, надо проиграть. Я хочу, ребят, проиграть. Убей меня, убей. Нет, я не хочу тебя убивать. Ладно, придется убивать. Не, убивай, 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 убивай меня. Так, хорошо. А, у нас есть минута. За минуту, в принципе, можно еще что-то набить, да? Так, еще две собрали. Блин, ну мне кажется, я где-то... Я даже двадцатку, наверное, не насобирал, ребят. Там вообще чуть-чуть. Не, хорошо, что я проиграл.
Я считаю так, для того, чтобы забрать силу фраг, нам нужно минимум хотя бы 35 синергии собрать. То есть 35 очков надо. Иначе, мне кажется, ничего толком нормального не получится. Красота! Просто какая красота! О, блин! Беги! Собирай всю эту вкусняшку. Так, давай тебя мы, наверное, убьем. Ты сейчас задолбал. Что ж ты превращаешься не в то, что надо? Так, они сейчас где-то здесь будут появляться. Ой, да, иди сюда. Эй, иди сюда! Трус! Вот здесь, ребят, по-моему, сейчас я могу насобирать нормально синергии. Ай, мы оба, короче, лохи. Просто лохи. Промахнулись вообще по Фрейду. Так, ладно, у меня есть еще Дитао, который почему-то не захотел нормально запускать свое умение. О, стой, запускай! Так, подбираем. Блин, ну куда? Куда? Кто? Уйди отсюда, Олли! Сдох! Не смей! Улети! Пипец. Была только что полная какая-то подстава, если честно. Да не хотел я в тебя стрелять! Иди сюда. Друг! Ты должен мне помогать. Есть. Забрал. Блин, ну здесь по-любому я держу победу, хочу я этого или нет. Да ну, блин, ну ты видишь, ты проигрываешь, поддайся, отдай мне очко. Блин, ребят, если вы видите, что проигрываете, поддавайтесь. Ну все равно, ну тут явное поражение. Смысл атаковать, дай набить другим очки. Будьте людьми, блин. Я не понимаю, почему многие люди такие злые, блин. Помогайте другим, и будет вам счастье. Давай. Да, Павел, что ты промазываешь? Блин, мне кажется, двадцаточка, наверное, где-то будет. Дай еще что-то набить. Блин, не смей меня убивать. Дай последнюю. 15? 13? Охереть. 13, это полная хрень, я не знаю. Я, если честно, в офиге. Обалдеть. Так, что происходит? Вижу, там кто-то есть. Лети. Что такое? Че я застрял? Так, собираем. Ребят, надо помаксималить и все это собиралить и делать. Так, собираем. Кто меня убил? А как он меня убил? Отстаньте от баз, лузеры! Отстаньте от моих баз! Не смейте их трогать. Я не понимаю этих даунов, которые просто атакуют базу. Нахрена? Гончи реально не выкупает, в чем прикол игры. Не трогай базу, дебил. И те, кто напишут, да чем ты так? Да заслужил, в смысле? Прошу ивент, надо собирать синергию, которую здесь и так тяжело собирать. Какого хрена он старается атаковать базу? В чем смысл этого всего? Да ты что здесь делаешь? Не спускайся. Вот, кто-то есть. Так, атакуем. А ты что стекаешь? Идите в бой, ребята, вы чё? Есть контакт, не трогай мою синергию, не смей, а чё ты, давай, двигайся, воу, друг. Так, я вроде тебя убил, хорошо, синергия моя. Надо здесь их подлавливать. Так, кто-то появился, ух ты, чувак, а что с тобой? Это что с ним, а, это был этот, всё, я понял. Есть, хорошо. Блин, если сейчас будет 13, отстань от базы, не смей трогать базу, ты! Кто ты? Не смей! Не смей трогать базу! Так, кто где кто? А чё он короче, походу вышел, он чё, обиделся, типа, или чё с ним происходит? Короче, чувака, походу, залагало. Так, на этом вроде кого-то убивал, да?
Так, все, стой, не убивай, дай хотя бы еще одну синергию взять. Да ты чё? Серьезно? Так, кто там есть? Синергия есть? Нету? Да ты чё вообще? Воу, друг, успокойся. 16! Обалдеть, на целых 3 больше. Ёперный ты балет. Ох, я чувствую, насобираем мы синергии. Насинегерируемся так, что мама не горюй. Будем все силами фраг. Будем все, ребят, абсолютно все, вы шо? Это же так легко, сколько тут собирать их надо, господи ты боже мой, иди сюда. Оу, ты куда? Я тебя все равно словил. Так, кто там есть? Запускаем. О, да. Вот это я понимаю. Да блин, четкость, наводись, Блин. Ладно. Где ты? Побежали. Ладно, нет, беру АО. АО, не стой на месте. Блин, почему не можем собирать эту синергию? С красками мы могли собирать и то, что противник нам там... Ты что тут стал? Кого ты ждал? Так, невидимку убивай, убивай невидимку. Забрали? Вот, забираем. Запускаем. Просто наугад. Запускай! Есть, хорошо. Так, здесь мне уже побольше нравится. О, ты серьезно? Так, хорошо. Не-не-не, не трогай меня, не смей. Так, забрали? Забираем. Да, ну вот надо тебе именно сейчас за него переключиться. Так, а ты стой на месте. Не смей двигаться. Чувак, там подругу твою... Ай, блин, зачем я нажал уже по привычке, блин? Не туда, не в того. Кто тебя трогает, а? Ты чё тут прячешься, оу, друг? После тебя что-то остается? Да, остается. А ты кого атаковала вообще? Так, я не знаю, ребят, я не вел подсчет, но с десяток я уже точно насобирал. Так, я бью в толпу. А, походу я забью только его. Ладно, хотя бы это соберу. Не трогай меня, блин, ну ты же проигрываешь все равно. Так, стоп, там кто-то ползет. Ладно, давай тебя убьем. Тебя убить, по-моему, попроще будет. Блин, двигайся. Так, здесь кто-то был. Так, мое забираю. Убил. Так, где кто? Вижу невидимку. Умри. Так, вроде забрал, да, забрал. Стой. Ну стой, друг, дай последнюю, а? Да блин, да беги. Забрал. 21, ребят, ну уже хотя бы 21. С каждой каткой мы идем все лучше и лучше. 13, 16, 21. Ну хотя бы по 21, блин. Так, меня радует то, что у меня есть защита. Блин, и двое атакующих. Ладно, не сильно-то и радует. Просто я себя спокойнее чувствую, когда у меня не так много атакующих. Мою. Не трогай, не смей. Да обе мои, дай сюда. Ты чё, чёрт? Умри. И чё это? А чё он самосдох? Дважды причем, сразу в два героя, типа. Так, давай я тебе, наверное, на защиту пошлю, а? Так, а кто это там ползал? Стоять, вернись. Сейчас АО отомстит. А, ребят, с одной стороны, хорошо, что они не могут собрать твою синергию. Как я тебя подловил, а?
Как я тебя подловил, ох. Ладно, ты меня тоже подловила. Наша синергия тогда в безопасности, по сути. Так, забрал. Запустим. Пока добежим, она у нас все равно обратно возродится. А где моя синергия? Подождите, а синергия типа имеет свойство пропадать или что? Блин, кто ее убил? Да я же запустил. Слушайте, вроде убиваются, но синергия нихера не собирается. Где моя синергия, я не пойму. Противник ее собирать типа не может. Блин, немного проблемы. У АО, там где стрелять с препятствиями, он попадает всегда по препятствиям. Это плохо. Что-то мне подсказывает, что здесь надо проигрывать, наверное. Почему ты косишь? Я ничего не могу понять. Почему я так кашу в этой катке? Не, короче, ладно, все, убивай меня, на. Я буду здесь дыхать. Да, он базу хочешь атаковать, атакуй мою базу. На, убивай меня, убивай, убивай, убивай. Убивай. Нет смысла, ребят, продолжать. Сколько? Ради 5 синергии? Ну, серьезно? Ну, вот синергия моя. Ну, вот толку от нее. Убивай. Знаете, вроде баг, но согласитесь, как красиво, да? Ну, реально красиво. Даже обратите внимание, листья здесь тоже сыпятся. Я, например, когда играл, я этого не замечал. Этой системы, которую сделали, что даже листья, типа, осыпаются, тому подобное. Но вот вода у них всегда идет в действии. Ребят, давайте с вами договоримся, если вдруг вы мне будете попадаться в данном ивенте, то если вы видите, что вы проигрываете, то поддавайтесь, дайте хотя бы хоть один, пусть нас собирает нормальной синергии, я буду делать то же самое. И не атакуйте, пожалуйста, базы. Ну не надо их здесь атаковать, ребят. Убили. Вот базу атакует, нахрена, я не знаю, может быть это бот, я не знаю, но даже если это бот, блин, все равно, ну следи за своими ботами, неужели тебе не хочется насобирать синергии нормальное количество, а? Ну не дебил, а? Чувак не заработал ни хрена, у меня есть два вывода, первое, то ли он дебил, то ли он уже просто отыграл этот ивент и теперь просто играет в нем по фану. Ну, то есть, ну, по-другому, но я не знаю. Ну, это ж каким надо быть человеком, чтобы ни хрена, ну, вообще не насобирать, типа, и вот так вот все прекращать. Попал в кого-то, нет? Вот опять начинает атаковать базу. Отстаньте вы от баз. Отстаньте. О, будьте вы людьми, дайте поиграть, дайте насобирать, дайте сделать хоть что-нибудь. Кто-нибудь, сделайте что-нибудь. Отстань от базы, кто ты? Фух, слава яйцам, тебя убили. Так, стоять, 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 я сказал. Ух ты, над головой прям пролетело. Как это было смачно. Тебе это понравилось так же, как и мне? Ями. Да блин. Так, где ты есть? Так, ну здесь вроде что-то, наверное, насобираю. Я не знаю, я так предполагаю. Так, хорошо. Мне уже что-то тут нравится, что-то тут вырисовывается. Главное, чтобы теперь на моей базе не доколупались. Да не стреляй! Ты куда... Откуда он стрелял? Просто в пустоту. Я же не наводил наверх. Куда вот он стрелял, я не понимаю. Так, забираем. Мри, мри. Не смей меня трогать. Я экспировит. А ты моя дичь. Запускаем, запускаем. Так, где Изуня, где Изуня, где Изуня, где Изуня? Зуня, 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 давай, 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 давай. Зуня, не стой там, Зуня. Да блин. С каких пор Марко Поло стал вот таким? Так, стоп, никто никого не убивает. Никто никого не убивает. Мне надо, там мое добро.
А куда он стреляет, кстати? Далеко? Да, он далеко стреляет, нихера себе. Почему я на мосту не могу воссоздать его умение? Блин! У меня там как минимум сейчас не... О, чё ты стоишь здесь, дура? Блин. Честно, вот куча сейчас там валяется моих. Но я их просто не успеваю добежать собрать. И никого здесь поблизости, как назло, нету. И эта хрень несется ко мне еще. Да-да-да, на. Чё ты хотела? С кем ты тут хотела, блин? Помериться и чем? Беги, беги. Не смей их трогать, просто сделай вот так. Они, походу, уже все исчезли, наверное. Они, походу, не вечные, да? Да херню я здесь насобираю. Но уже победа есть победа, ребят. Что поделаешь. 13. Опять 25. Если я за сотню не уйду, то это будет полный крах. О, ребята, короче, застыли. Стой, не стреляй. Не стреляй, подожди, подожди. Это баг, не смейте стрелять в них. Это моя дичь, моя добыча. Сколько же добра здесь может быть? Отлично. Блин, скоты! Проклинаю вас! Надо было их просто на защиту послать и все. Давай, иди ко мне. Иди ко мне, Лютинуэрте, иди ко мне. Блин, надо было запускать эту птицу. Ладно, мой косяк, окей. Но сейчас я им сделаю gonna beat you in this club, мазафака! Гуляй, Вася! Гуляй, Петя! Гуляйте все, всем селом! Да ты вообще косоглазый, что ли? Так, кто здесь есть? Я вас вижу. Я иду за вами. Ух ты, 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 тупо по мне, сколько зарядов. Так, где Изуня? Изуня где-то в центре, по-любому, центральный персонаж. Зря я ее ругал, это типа, в принципе, она таки должна быть какого? В смысле, ну как? По воздуху, что ли? Беги, просто беги, ты чё? Так, забрал. Так, ну, в принципе, с десяток, я думаю, я уже насобирал. Ну, как минимум. Это кто там стреляет по мне? Чувак, ну, типа, ты чё? Ну, типа, как бы, нихера себе. Так, блин, задрали меня, лично отталкивать, черти куды. Так, ладно, где моя Изуна? Есть контакт. Ух ты, я еще кого-то убил. Да попади. Подождите, где-то здесь еще должна быть. Да где-то ну здесь должно ж быть. В кого-то попал. Блин, мое забрать. Давай, беги. Беги за нашим добром. За нашим золотом до последней катка. Нам нужно ее хорошо отыграть. Есть. Пойду заберу. Так, а ты далеко собрался вообще? Ну, в принципе, типа как бы. Я прям докапывался. Да ты издеваешься, что ли, а? Блин, И тут, как назло, толком-то и никого нету. Чё, не задел? Зато она задела. Блин, дай дополнительный, дай. Не дало. И сколько? 16. Итого, ребят, сейчас будет подсчет, это учитывая тот факт, что 25 у меня было, да, со всяких там наград и ежедневных 15, плюс 10 там, да, типа, подарили и тому подобное. Сейчас увидим, сколько у меня стало в принципе. Стало у меня 104. То есть, получается, за ивент, учитывая то, что у меня 25 их было,
75-79 я набил. Это ничтожно, ребят, мало. Это просто ничтожно мало. Если когда я играл за Сани, там 35-36, 43-53, то здесь вообще ничтожно мало. Возможно, так будет у всех. Даже смотрите, счет, в принципе, еще очень малый. Не знаю, ребят, пишите мне свои комментарии, сколько вам удалось собрать, только пишите честно, сколько удалось собрать за одну катку и сколько в общем вам удалось собрать тупо за один день. И да, сразу это все не тратьте, напряжение 4 дней играйте, а потом уже крутите. Вы были на канале Xperavid, всем спасибо, с вас лайк, пока-пока.